Рад, что ты дошел. Слушай, я нашел список вооружений Вейлера. Не думаю, что они случайно оказались тут. Они не проводили разведку, не патрулировали. Корабль снарядили для боевой операции против нас, Айзек! Против Ишимуры! Айз, я снова потеряла его. Никакого сигнала от Икса Хэммонда. Найди конвертер и сваливай отсюда! Зона невесомости. Айзек, удар сорвал люки одного из орудий Вейлера. Зеленые сферы, которые ты видишь, очень радиоактивны, а шлюз заклинило.
Тебе нужно сбросить их в космос, прежде чем попытаешься попасть внутрь. Радиоактивные материалы удалены. 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 Радиационная тревога отключена. Замки разблокированы. Необходимые детали в двигательном отсеке на корме. Я регистрирую тяжелые повреждения. Возможно, понадобится обходной путь, чтобы туда добраться. Вирус подействовал на солдат не так, как на всех остальных. Должно быть дело в стазис-модуле, который вшивает в боевую броню. Эти модули срослись у них с плотью, делая их быстрыми. Очень быстрыми. Будь осторожен.
Сделай нас единым. Где ты? Хотя сомневаюсь, что я мог туда добраться. Чертов корабль почти развалился пополам. Я добрался до мостика. Тут полный хаос. Эти несчастные не имели никаких шансов. Я хочу разблокировать все двери, чтобы попасть в двигательный отсек. Попробую перехватить тебя уже там. Мистер Кларк, нам надо поговорить. Меня зовут Терренс Кейн. Доктор Кейн. Слушайте внимательно. Времени мало. Если вы почините челнок, то есть задача поважнее, чем сбежать. Понимаете, силы, которые мы разбудили, куда более могущественные, чем можно представить. Если вы сейчас улетите, вы обречете на смерть все человечество. Планета никогда не остановится, не отступит, пока обелиск не будет возвращен. Вы не понимаете? Церковь ошиблась. Это ловушка, я все видел. Пожалуйста, вы должны мне помочь. Кадиган, корабль атакован. Это не учебная тревога. Неприятели инопланетяне. Повторяю, инопланетяне и очень опасные. Всему персоналу вооружиться. Огонь на поражение!
Ааа!